этаже едешь? На первом, на втором? На ламбо я уже катался, теперь прокачу на чем-то. А, это ж пожарная машина. Ага. Это гидрант. А лестница? Так, нифига себе, с него вода капает, посмотри. Ну да. Я тебе говорю. Ну да. А это что, реально водой лить куда-то? Нет, смотри. Это пушка. Водяная пушка. А пену? А, не вон гонит? Же вода, смотри, точно, это водой поливать надо. А пена не гонит? Пену не гонит? Лапшу на уши не вешает? Гонят, это ваше правительство. А? Ну так ты подожди, ты на первом, на втором этаже поедешь? Я снизу. Я люблю снизу. Это для вот такая информация. Так. Тут у меня, наверное, начинают терзать смутные сомнения. Это ты о чем? Это вы вообще о ком? О первом этаже. А, ну так надо. Ну кому о чем? Разъяснить нашим зрителям. Кому о чем? Так, тут какие-то невероятные просто детские развлечения. Видишь, сколько призов, не то, что в нашем лежат. Два рахитных утенка, которых да. Невозможно достать. Что, 5 баксов надо кинуть, чтобы вытащить эту фигню? Угу. Что, обалдеть. Ну, так где вся, весь смысл же не в деньгах и не в этом, а в самом процессе. Так это ж кидалово, ты ничего не вытащишь. Это у вас кидалово. А, ты из страны кидалово. Так они у нас специально... Из города Кидалова. Вот эта фигня специально изначально поломана, чтобы она не смогла захватить. Ну. Так давай их всех сейчас вытащим. И что? Что? Будем продавать. Ну да. Вот здесь. Замахаешься продавать. Ты смотри, какой этот инкубатор. А. О, да. Никуда не идут. Смотри, таких им конца края не видно. Ну, видишь, вон девочка выиграла 2 штуки. На ваших глазах. Да. Угу. Ага, как она радуется. Ага. Как наша утка, помнишь, как она прыгала? Да, ты посмотри, морковки настоящие. И оленем. Вон какая планета справа, смотри. Ух ты! Так, планета это у нас что? Сатурн, нет? Не Сатурн? Тут уже входим в какое-то казино. Детское казино. Ага. Смотри, что там где оно. Ты видел? Видел? Ты это видел? Вот. Что тут творится? Ну, кого они превращают? Не наших детей. Ага. Ну и ты хочешь сказать, в таких условиях человека невозможно воспитать игроманом, да? Ага. И заставить его потом 18 лет идти на завод. Да. Работать. Не, 11 лет сначала учиться. Неизвестно учиться, чему. Учиться, а потом работать всю жизнь. Учиться, учиться и еще раз учиться. Угу. Не надо, а то получишь этой дыни в лоб. Пошли. Мама дорогая. Что тут творится? Я в шоке. Ага. Это какой-то четырехкратный. У нас два, двойной какие. А ну сыграй мурку. Там смотри, какой хоккей. Там плоский, здесь и бьем. Я в шоке. Здесь нет кнопки для того, чтобы вернуться в детство, а? Да, я посижу. В детство. О, на фоне аквариума. Сяду на пенек, ем пирожок. Не, ну рыбка.
Рябка хорошо выбрала место. Рябка вызывала для своей стихии. Стихия. Приходится повторяться. И попробуй здесь не стать игроманом. Сказки, что негров очень сильно угнетают. Посмотри на этот контингент. Я в шоке. Попробуй его назвать негром. Да. Ой, угнетать тебя. Ой, какую крамолу я сказал. Да ты что? Что ж ты меня не одернул? Я чуть не работал не... пидором, и тогда вообще все. Не на... Чуть не нарвался на большие, на крупные неприятности. Это тоже детские? Они ничего не перепутали? Опа! Ну посмотри, посмотри, чему они их учат, а? Это детская игрушка. Это детский автомат. Я сам поиграл с такими. Впал в детство? Можно я с ним? О, смотри. Можно я с ними поиграю? Ну тут попробуй. Папа, можно я с этой девочкой поиграю? Можно, сынок, можно. Здесь все можно. Другого места такого не найдешь. Что они с ними делают? Я не знаю. Учат находить выход из сложной ситуации. Ты понял, какая штука? Да прям. О, ух ты! А, это должен поймать какой-то... Опа! Но выбирать побольше денег. Блин! А деньги, он... деньги, дайте деньги. А что он ждал, пока он запустит? Я бы накидал, пока они все на полу были. Ага, ловить, ловить надо. Ловить, ловить, ловить. Все, забросала деньгами. Надо в первый момент. А когда ты скажешь довольно, святое золото превратится в черепкин. У нас этого не будет никогда. Не только через 100 лет, и у нас этого не будет никогда.